дальше переходить. То есть, нет еще продолжения борьбы даже. Здесь это продолжение борьбы. То есть боремся до тех пор, пока я не сорву захват. Или, допустим, когда мою спину держу и выкручусь на него, сюда, к нему. Если здесь выкручусь, то все, значит, ну, я выиграл позицию. Вот теперь вот отсюда будем работать. Основные ошибки. Ошибки первая. Тот, кто держит спину. Вот здесь делайте прямоугольник ногами. Получите сразу болевой навык. Да, сразу получаете болевой. Здесь треугольник не делай. Вот, контролируй. Дальше. Две руки сюда завели. Он может прихватить спокойно. И вот сюда уйдет. Все. Он уже дальше будет ходить. Вот ручки. Одна снизу, другая сверху всегда. Здесь. Можно вот здесь. Ну или сверху две. Сверху две, это только когда я шею забрал и душу. То есть моя задача, понятно, сделать удушающий, ну или отсюда выйти там на болевой навык. Его задача не просто отлежаться, а его задача прямо уйти. Выйти с этого захвата. Самый распространенный шон, я держу, он начинает что делать? Он всегда пытается, нет, ножку освободить, да, вот. Ножку освобождает, через него перешагивает. Дальше начинайте, дальше ножку заводи, дальше, право. О, сомнение, право, кстати, вот, вот он. Обходит мою ножку. Ну и дальше уже здесь работа за захват, выкручиваемся. У кого ноги длинные, здесь